Города меняются для нас. 30 января стартовали общественные обсуждения проектов благоустройства парков и скверов, которые потом будут выставлены на всероссийское голосование по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Пространства победителя будут благоустраиваться в 2025 году, сообщает в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. Все желающие могут с ними ознакомиться и высказать свои замечания и предложения в адрес разработчиков дизайн-проектов. Для этого нужно прийти на общественное слушание, график которых размещен в телеграм-канале и на сайте мэрии. До 31 мая продлено ограничение движения транспорта на пересечении улиц Таганской и Реактивной. Автобусы маршрутов номер 26, 32, 36, 66 продолжат следовать по скорректированным трассам, сообщает телеграм-канал городского департамента транспорта. В Самарской области участились случаи отравления угарным газом. Есть случаи, где нарушены правила эксплуатации газовых приборов, а также самовольная установка. В целях безопасного использования газового оборудования необходимо обращать внимание на тягу при розжиге и следить за работой газового оборудования. В настоящее время идет перезаключение договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования, информирует телеграм-канал Красноглинского района. В 2023 году завершилась масштабная модернизация центров занятости населения Самарской области в рамках нацпроекта «Демография». Теперь все кадровые центры обрели единый фирменный стиль. Для всех посетителей и работников созданы комфортные условия. А кроме того, полностью изменился и сам принцип работы службы занятости. Как выглядят центры занятости региона после модернизации, можно увидеть в телеграм-канале Самарского района.